от средств, потраченных на приобретение квартиры, если мы оформляли ипотечный кредит? Да, это возможно, но не для всех категорий граждан. Для граждан, уплачивающих государству подоходный налог, предусмотрен имущественный налоговый вычет. Имущественный налоговый вычет предоставляется при строительстве либо приобретении жилого помещения и только один раз в жизни. При этом, если квартира приобретается за счет кредитных средств, налоговый вычет будет включать в себя и сумму процентов по кредиту. Для получения имущественного налогового вычета вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию, подать туда заявление, налоговую декларацию о доходах и приложить к ним документы на квартиру. Это свидетельство о праве собственности на квартиру, договор о приобретении квартиры, передаточный акт, если он составлялся, платежный документ, подтверждающий расходы на приобретение квартиры, и кредитный договор. Налоговый вычет с процентов по кредиту выплачивается по мере погашения кредита. Поэтому вам ежегодно необходимо брать выписку с банка о платежах и предоставлять в налоговую инспекцию с приложением всех документов для получения налогового вычета с процентов по кредиту.